Профессиональный праздник работники сельского хозяйства отмечают, когда с полей собран урожай. Теперь можно подвести итоги и сравнить с предыдущими годами. Экономическая ситуация не позволяет расслабляться. Поэтому усилий приходится прилагать больше и налаживать производство. Мы гордимся все вашими успехами не понаслышке, а потому что я считаю, что мы с вами находимся в едином процессе, вот, и то, что зависит от уровня местных властей, всегда от нас не только рассчитывайте на поддержку, но и всегда мы ее стремимся вам оказывать. Птица, молоко, мясо, овощи – основные продукты питания. Благодаря нашим местным предприятиям мы всегда можем выбрать качественный и полезный продукт. И, конечно, любой работник этой отрасли заслуживает отдельного спасибо. Профессия тракторист пожизненно, с самого детства. Уже, считай, 40 с лишним лет, около 50. Я бы всем пожелал, кто на этой работе, да, побольше энтузиазма, здоровья, конечно, чтобы в семье все благополучно было. И всего-всего хорошего. Главное – самоздоровье. Анатолий Цудзевич – обычный тракторист. Всю жизнь проработал на земле. Именно на таких людях и держится сельское хозяйство. И именно такие, как он, удостоились заслуженных благодарностей. Грамоты от Минсельхоза, главы города и председателя Думы получили лучшие представители агропромышленного комплекса. Это птицефабрика «Уссурийская», сельхозпроизводство «Дальневосточное», сельхозпредприятие «Артемовское», ООО «Урожай», ООО «Мелисса» и многие другие. В номинации «Лучший ученый агроном» Ванюшкина Ирина Алексеевна, Государственное научное учреждение Приморская овощная опытная станция. Дарья Мясникова, Денис Наддельный, Светлана Нурик. Городские новости.